Таким образом, сегодня власти против ДВК фабрикуют уголовные дела. То есть они делают собственные листовки, изготавливают. То есть сами сделали, сами нашли, сами сейчас будут обвиняться. Мы должны этому противостоять очень серьезно, потому что такими темпами они нас в чем угодно могут обвинить. Если достаточно нарисовать листовку, где призывают к насильственному свержению власти, то можно нарисовать все, что угодно, и под этим флагом осудить любого человека, абсолютно любого, который просто хочет перемен. Даже не надо для этого быть в чате ДВК, понимаете? Thank you.